Сегодня 14 февраля, и в этот день все признаются в любви своим вторым половинкам. А мы хотим поговорить о любви к своему делу. Знакомьтесь, это Артур, а это Алексей. И сейчас мы зададим им пару вопросов. Почему вы выбрали именно автомобильную сферу? У меня профильное образование в данной области. Я инженер-механик по специализации технической эксплуатации автомобилей. С самого детства я всегда был окружен автомобилями. Это была помощь дедушке в ремонте, в уходе за автомобилем. Это была мечта о покупке личного автомобиля, ну и, конечно же, совершеннолетие. Мечты становятся реальностью. Я становлюсь счастливым обладателем одного автомобиля, позже другого. Ну, это моя жизнь, больше ничего не скажу. Что вам больше всего нравится в вашей работе? Больше всего мне нравится, когда я вижу результат своего труда. И что я вот этими руками меняю автомобиль, его внешний вид и делаю его красиво. У меня там текст большой, там предыстория. В моей работе больше всего мне нравится это подбор автохимии, автокосметики людям с такими же интересами, как у меня, чтобы они были восхищены после нанесения данных составов от своего автомобиля. Как вы считаете, достаточно ли только любви к своему делу, чтобы добиться успеха? Любовь к своему делу очень хорошо, нужно гореть, любить то, что ты делаешь, тогда ты не проработаешь ни одного дня в своей жизни, но при этом всем ты должен быть еще действительно специалистом, квалифицированным, с соответствующей специализацией. Ты знаешь, у меня словарный запас очень плохой. Да, я считаю, что достаточно только любви, потому что когда мы что-то, кого-то любим, мы готовы пойти на такие вещи, что просто уму непостижимо. Совет для ребят, которые хотят начать свой путь в автоделе. Какой тут можно дать совет? Если вы действительно чего-то хотите, вы этого добьетесь. Просто любите то, что вы делаете, и делайте. Если вы не разбираетесь, то начните разбираться. Первый совет – это обязательно любите свое дело, так как без этого никуда. Второй совет – это не бояться провалов. Провалы будут везде, будут падения, плевать. И третий совет – это выбрать определенную сферу, будь это техничка, будь это обычная мойка или это будет детейлинг, и направлять весь свой склад ума только туда. Потому что если разбрасываться что-то тут, что-то там, что-то этом, ничего не получится. В сфере автобизнеса, в частности. Я так не запомнил. Да! Правильно поняли? Если твое интервью посмотришь, там...